Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков проводит Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. В этом году в нем приняли участие 236 образцов от 45 производителей из 11 стран мира, включая Италию, Новую Зеландию и ЮАР. Бронзовые медали на конкурсе не предусмотрены, а золотые и серебряные получили около 15% конкурсантов. В том числе продукция компании «Вина и воды Абхазии». 21 по 24 ноября в Москве проходил международный дегустационный конкурс в Институте пив безалкогольной продукции. Это был 25-й юбилейный конкурс, на который мы представляли свои образцы. По итогу конкурса 24 числа было награждение, и «Вина и воды Абхазии» получила одну золотую и одну серебряную медаль за вина. Ашталаша красная, это золотая медаль, и серебряная медаль за игристое розовое вино Лыхны. Игристое вино в линейке «Вина и воды Абхазии» представлено 5 наименованиями. Это белое полусладкое и брют, красное полусладкое, а также розовое полусладкое и брют. В 20-тонных бочках вино проходит двойное брожение. К завершению процесса давление достигает 6-7 атмосфер. Бочки овальной формы именно для того, чтобы его выдерживать. В классической традиции игристое выдерживается в бутылках, но тогда невозможно контролировать состояние вина на приборах, вмешиваться в процесс, ну и дегустировать. Первое игристое производилось еще в советские времена. Из как раз таки сорт Изабелла был, называлась Ачендара, был на него патент. Вот. То есть мы на данный момент не открываем что-то новое, мы просто возвращаемся к истокам. А в том виде, в котором игристое производится сейчас, мы производим порядка 8 лет. Брют – это довольно-таки сложно приготовить, потому что если бы были какие-то несоответствия или какие-то посторонние тона, либо оно было бы не соответствующее ГОСТу, оно бы не прошло. Гумиста Ашта, Ашта Лаша и Атоат – это уникальная линейка вин, созданная из винограда, выращенного в Абхазии. В ней 4 вида сухого вина – розовая гумиста Ашта, красная Атоат и Ашта Лаша – белая и красная. Именно красное сухое Ашта Лаша было удостоено золотой медали международного профессионального конкурса. На самом деле на всех выставках и конкурсах оно занимает достойные места. Вино Ашта Лаша изготовляется из аборигенных сортов винограда, таких как Аджалеша и Сапирави. Они уникальны. Это сухое красное вино, выдержанное в бочке год. Значит, оно обладает мягкими танинами, мягким вкусом, приятным насыщенным ароматом. Ну и, соответственно, окраска на уровне мировых лидеров. Специалисты «Вина и воды Абхазии» постоянно работают над поддержанием качества уже полюбившегося потребителю вина, а также разрабатывают новые купажи. В планах на будущее – расширение плантации аборигенных абхазских сортов винограда и, соответственно, увеличение линейки уникальных вин, ценности качества которых признается международными экспертами. Надежда Боровикова, Саита Гухава, Абаза ТВ.